В природе существует 70 видов борщевика, некоторые из них даже съедобны, но конкретно наш регион, в буквальном смысле слова, поработил борщевик сосновского. В свое время его завезли как кормовую культуру для крупного рогатого скота, и тогда даже не подозревали о ядовитых свойствах этого опасного растения. Этим и воспользовался ядовитый гигант, который размножается с космической скоростью. На Вологодщину борщевик сосновского завезли в середине 80-х годов прошлого столетия, но проблемой он стал уже в 21 веке. Если раньше у каждого деревенского жителя была скотина и поля выкашивались подчистую, то сейчас борщевик растет беспрепятственно и активно подбирается к людям. В Череповецком районе особо пострадавшими считаются Ботово, Климовское и Малечкино. С года в год у нас обрабатывается от борщевика порядка 5,5 гектар. Это, опять же, местами, где он в основном вырастает, на границах с населенными пунктами. Боремся в основном это опрыскиванием, то есть химическими методами. Но когда уже видим, где-то что-то пролезает и не сработала химическая обработка, соответственно, мы механическим способом ходим, просто его обрубаем, вырубаем. И тем не менее, именно химический метод считается самым эффективным. На ранних стадиях роста борщевик опрыскивают специальным препаратом, который впитывается через листья и далее поражает корни. Препарат, которым обрабатывают борщевик, импортный, а следовательно, дорогой. Обработка одного гектара стоит 10 тысяч рублей. При этом только в Малечкинском сельском поселении необходимо уничтожить 45,5 гектаров ядовитого растения. А это почти 500 000 рублей. Опыт Малечкино является удачным примером экономии, отмечают специалисты. Удалось договориться о низкой цене с частником. Реальные расценки в 2, а то и 3 раза выше. На разовую ликвидацию всех пораженных борщевиком участков Череповецкого района необходимо 11 миллионов рублей. При этом на весь регион из областного бюджета выделен 1 миллион. И все-таки власти Череповецкого района рассчитывают на субсидии в размере 435 тысяч рублей. Сегодня мы имеем карты, где он произрастает, потому что он, естественно, боится вспашки, то есть на тех полях, на которых происходит сельхоздеятельность, он практически не растет, перекочевывает на обочины и в лес даже, на лесные поляны. Но вот где-то в районе, вот тут я выписал, 481 гектар, то есть это есть реальные площади, которые у нас отмониторены, которые имеют карты. Конечно, денег на все не хватит, говорят в администрации. Есть проблемы и поважнее борщевика. Однако не все упирается в бюджет. Каждый человек может помочь в борьбе с ядовитым растением, отмечают районные власти. Хотя бы у своего дома. При покосе от ядовитого сока борщевика легко спастись при помощи специальной одежды. Вера Кучеренко, Анатолий Холин, новости.